Масочный режим стал уже привычным для всех россиян. Маски нужно носить в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. Чтобы проверить соблюдение социальной дистанции и антиковидных норм, ТЦ «Гранд» прошел рейд по выявлению нарушителей. Все сотрудники носят маски, соблюдают масочный режим. Во всех входах в торговые центры есть средства дезинфекции рук. Также выдаются маски при входе, измеряются температуры. Для удобства покупателей на территории торгового центра нанесена разметка. Она помогает соблюдать социальную дистанцию и уменьшает вероятность заражения. Нарушителей по итогам проверки выявлено не было.